Дмитриевич, с победой, ваши впечатления от игры? Ну, могу сказать откровенно, нам повезло сегодня. По одной простой причине, что у них гораздо больше было моментов, у них гораздо больше было возможностей. Но это футбол. Футбол подразумевает две вещи. Это профессионализм и это успех. Вот сегодня два в одном у нас было. Это то, что мы три раза имели шансы, и из трех раз два шанса этих реализовали. И хочу сказать спасибо команде, то, что, я думаю, какой-то дополнительный стимул, настрой у нас с сегодняшнего дня появится. Почему? Потому что у нас домашние игры, у нас выезд с Териком. Поэтому победа – это здорово, но мы думаем уже о завтра. Настолько адекватно сейчас относитесь к этому выигрышу. То есть болельщиков у вас не очень много. Вот так вы так трезво все оцениваете, эмоции вас не переполняют. Я смотрю, или все осталось уже схлынуть? Ну, во-первых, я много лет занимаюсь этим, что выигрываем, проигрываем. Это, понимаете, это уже, наверное, смысл жизни, поэтому радоваться победе и надо радоваться, но есть конечный результат. Конечный результат будет тогда, когда закончится чемпионат, вот тогда мы будем радоваться, и чтобы все было хорошо. Сейчас немного смущает падение посещаемости домашних матчей. Металлург всегда славился, много народу. Вот это вас как-то тревожит тенденции? Я думаю, что здесь два момента. Первый момент – это те ничейки, которые мы гоняли на протяжении последнего периода, и погода. В общем-то, я думаю, что болельщик любит команду, болельщик идет на команду, и нам надо выигрывать, чтобы нас любили, чтобы на нас шли. Не вполне логично. В завершении, может быть, вы пригласите болельщиков 25 октября. Это будет такое волжское дерби, есть и Самаре, что доказывает Нижнему Новгороду. Естественно, я приглашаю всех любителей футбола Самары на матч, который состоится 25 числа в 19 часов на «Металлург».